Российский музыкант, поэт, лидер группы «Василий К. и интеллигенты», автор множества музыкальных проектов, сын режиссера Мурманского областного драматического театра Василий Киселев сегодня в гостях у программы «Проще говоря». Сейчас Василий К. живет в Москве, успешно гастролирует по стране, выступает в клубах, на концертах, записывает альбомы, его песни крутят многие радиостанции. Василий К. – выпускник Мурманского музыкального училища, уехавший в середине 90-х в Швецию заниматься музыкой. В апреле прошлого года выпустил новый альбом «Териберка». О своем творческом пути, о настоящей любви к Заполярью, которая пришла к нему постепенно и теперь вдохновляет музыканта, о том, почему в 90-е уезжали из области, о творческом опыте в Швеции, современной музыке и душе поговорим в эфире «Арктик ТВ». На фоне того, что в последние несколько лет ко мне проснулась какая-то ужасная, сильнейшая, сентиментальная такая любовь вот к Мурманску, вот к этой земле, потому что я перестал здесь часто бывать в начале 90-х. Был в разных местах, жил в Севастополе, в Швеции, сейчас в Москве. И начало просыпаться вот это вот чувство, просто новое измерение в моей жизни появилось. Я сюда приезжаю, я могу часами ходить, просто гулять, и мне хорошо, вот мне просто хорошо. Такое ни в другом каком городе не бывает. «Проще говоря» с Василием К. сегодня в 19:00 на телеканале «Арктик ТВ».